Самое оздоравливающее из развлечений – баня в новом гостиничном комплексе «Дилижанс». Над своей диссертацией о соединении спирта и воды Дмитрий Иванович Менделеев работал почти год. А вот о физическом воздействии водки на организм человека в его труде не сказано ни слова. А между тем 45 грамм спирта убивают 1000 нейронов головного мозга. Татьяна Барулина продолжит. Почти 13 миллионов алкозависимых, 15 литров в год на душу населения, включая стариков и младенцев. Пьющие подростки и каждая пятая смерть от перепоя. Такова страшная статистика России по алкоголизации населения. Что касается Клинского района, то за последние 4 года количество алкозависимых увеличилось незначительно. В 2014 году поступило всего по алкоголизму реальных цифр 2400. В дальнейшем наблюдается небольшое снижение на 300 примерно на 300 человек, но уже в 2017 году идет небольшой рост обращаемости именно по алкоголизму. То есть вот небольшие 2 года передышки были, когда чуть меньше народа поступало, но теперь все возвращается на круги своя. Клинские наркологи отмечают, проблема молодеет. Несмотря на запреты закона, слабоалкогольные коктейли и напитки остаются доступными для подростков. В целом же алкоголизму может быть подвержен абсолютно любой человек, независимо от его возраста, пола, расы, социального статуса или профессии. И практически у каждого симптомы этого заболевания проявляются одинаково. Воздействует прежде всего на сердечно-сосудистую и на нервную систему, как на центральную, так и на периферическую нервную систему. Ну а кроме этого, есть воздействие водки на целый ряд внутренних органов. Это воздействие водки на печень, которое приводит к тому, что развиваются гепатиты, циррозы. Цирроз вылечить невозможно в этом смысле. Опасность алкозависимости в позитивных, на первый взгляд, обстоятельствах – встречи, застолья, разговоры. Ломки одиночества, болезни приходят следом. Существует несколько стадий алкоголизма. Чем больше цифра, тем сильнее последствия и тяжелее лечение. Вот как проявляются первые признаки. Человек становится невоздержанным, человек тяжело контролирует свои эмоции. И в связи с этим у него наблюдается некая такая истощаемость, усталость от этих переживаний, которые очень легко можно компенсировать приемом алкоголя. Развивается тяга выпивать, желание выпивать уже осознанно. И еще важный момент – это человеку не хватает какой-то дозы алкоголя для достижения вот эффекта. Он начинает пить больше. Вот. Больше пьет, больше потребляет яда, соответственно, его тело начинает страдать, его психика начинает страдать. Но если вы заметили один из перечисленных признаков, это первый звонок к тому, что проблема существует. Пора остановиться или обратиться к врачу. Кстати, слухи о знаменитом русском пьянстве сильно преувеличены. До Европы нам все-таки далеко. И последние тенденции дают надежду на перелом ситуации. Так, по данным Минздрава, за последние 7 лет потребление крепких алкогольных напитков, и в частности водки, сократилось на 20%. Татьяна Барульна, Максим Максимов, Дмитрий Кириллов. Новости дня.